учиться или не учиться. Ой, не ходить бы завтра в школу. Спасибо. Дочь Аяла Слепцова. Охотинспектора? Ну, и семья вроде благополучная. Прокурор в курсе? Да, позвонили, но он пока в городе. Осмотр провели? Нет, и объяснительную не брали. Я хочу дать показания. Садись. Есть свидетели, которые показывают, что ты не раз возил девочку на служебной Ниве. Может, я еще и насиловал? Эй, не видите, что ли? Что у вас под носом происходит, а? Кого пригрели? Что будем делать? Сами отдадите или силой забрать? Делаю запрос на вертолет. Угроза жизни сотрудника. Где он? Кто? Где этот урод Афоня? Иди домой, не глупи. Сам видишь, ситуация дрянь. Вот же сволочь. Наделал дел. Там все мужики уже оружие вытаскивают. Я бы его своими руками порешил. Оставить свое субъективное мнение. А если бы это была твоя дочь? Эй, тебе слова не давали. Открой это, Аял. Не открою. Не могу тебя впустить, у меня приказ. Ладно, не отдаете по-хорошему? Так мы по-плохому возьмем.